Впервые в Югре. В Сургуте стартовал региональный открытый турнир по баскетболу на колясках. Соревнования посвятили 88-й годовщине с момента образования Ханты-Мансийского автономного округа. За победу в турнире в течение 2 дней сражаются клубы «Легион Югра» из Нягани, а также гости из Тюмени, команда «Шанс» и тобольский коллектив «Ермак». Добавлю, что в нашем регионе и сборная, и сам вид спорта появились относительно недавно, в 2014 году. Сейчас спортсмены надеются на то, что к баскетболу на колясках удастся привлечь внимание. Надеемся на постоянство данного турнира, что руководство Центра адаптивного спорта Югры будет проводить этот турнир ежегодно, будет внесен в ЕКП округа, будут приглашаться еще больше команд, то есть, возможно, руководство рассмотрит вариант такой, что группу А, группу Б приглашать, где другая игра абсолютно в группе А, там скорости другие, другие задачи у них стоят. Пока в автономном округе существует единственная команда «Легион Югра». В этом году она дебютировала в чемпионате России. А базируется коллектив в Нягане. Планы по развитию баскетбола на колясках есть. Уже объявлен набор спортсменов в секцию. Для обеспечения постоянного притока молодых игроков создана первая в регионе детско-юношеская команда баскетболистов на колясках. Пройти отбор в команду может каждый человек с травмой спинного мозга, а также спортсмены с ампутацией нижних конечностей или диагнозом ДЦП, проживающие в любом муниципалитете Югры. Есть детки, у нас есть спортсмены. Мы же можем смотреть спортсменов также из других дисциплин, из других видов спорта. И дай бог, что у нас появятся ребята, которые придут и начнут заниматься. У нас сейчас на данный момент база – это город Нягань. Там сборная команда тренируется в спортзале. Ну, будем рассматривать и другие варианты, конечно.